В Славянском сельскохозяйственном техникуме прошло траурное мероприятие, на котором состоялось открытие памятной доски выпускникам, погибшим при выполнении воинского долга в рамках специальной военной операции. Александр Коденцов, Дмитрий Григорко, Станислав Павловский – выпускники Славянского сельскохозяйственного техникума. Они погибли в ходе специальной военной операции. Каждый из них – настоящий герой. Они самостоятельно приняли такое непростое, но очень мужское решение – встать на защиту Родины, мира на нашей земле. Сегодня мы обращаемся к родителям, ребята, говорим спасибо за сыновей, вставшим на защиту каждого из нас, нашей Родины, нашего будущего. Мы обращаемся к Станиславу, Дмитрию и Александру и обещаем вам быть достойными вашей светлой памяти. У нас в народе говорят, что человек умирает, когда его перестают помнить. Сегодня наши ребята-герои возвращаются в родной техникум и обретают бессмертие, потому что с каждым новым поколением студентов будем продолжать помнить память. Вечная вам слава и память, ребята. На траурном митинге присутствовали родные и близкие погибших героев, их друзья, педагоги, однокурсники, представители общественных организаций и администрации. Сегодня мы открываем памятно-мемориальную доску нашим ребятам, выпускникам техникума, которые вот молодые шагнули в вечность ради нас, здесь вот стоящих, здесь. Мы сегодня низко кланяемся родителям, что воспитали таких замечательных ребят, которые стали верны присяге, верны воинскому долгу. Самое дорогое, что они есть, жизни отдали во имя нас с вами. Еще раз низкий вам за это поклон. О каждом из погибших ребят было сказано много добрых и теплых слов. И они действительно были такими. Ведь только честные, порядочные, сильные духом люди могут пожертвовать собой, спасая других. Саша Кадинцев. Это моя первая группа, которую я выпустила. Добрым, светлым человеком. Это тот человек, когда нужна какая-то помощь, он всегда, никогда, ни разу не отказал. Спасибо большое маме за Сашу. Павловский Станислав. Ну, для меня, для моей семьи, он был не студент. Он друг моего ребенка, кум моих детей. И это, ну, очень светлый, теплый, всегда веселый человечек. Мы никогда его не видели, чтобы он растет. Он на любую минуту приходил нам в помощь. И таким он останется в нашей памяти. Светлая ему память. Григорко Дима. Парень с такой светлой улыбкой. Этой улыбкой запомнился всем. Всем, с кем я разговариваю по этому поводу, все вот помнят его улыбку. Красивый, молодой, подтянутый, чудесный парень. Мечтал он всегда только о небе, ВДВ, его мечта сбылась. Он отслужил и остался по контракту. Это была его дорога. Жалко, что она ворвалась так быстро. Действительно, трудно сдержать слезы, когда уходят молодые ребята. Но они останутся жить в сердцах родных, близких и друзей. А теперь о них будут знать и помнить нынешние и будущие студенты техникума. Вечная память тем, кто над нами, тем, кто с заданий уже не вернутся и смотрят сейчас с неба на нас. Александр Коденцов, Дмитрий Григорко, Станислав Павловский. Вечная вам память. И всем тем, кто сложил свои головы на полях сражений.